Приветствую всех на всех языках мира. Здравствуйте, товарищи, друзья, родственники, братья, ногайлар, альхамдулилля. Я считаю, что нам нужно всем гордиться тем, что впервые в истории два наших ногая пошли на Олимпиаду, представляют два государства, Казахстан и Россию. И один из них, Альберт Батыргазиев, наш батыр, взял золото на Олимпиаде. Альхамдулилля. Поздравляю и Альбертика, и всех ногаев. Себя тоже, казахов, Казахстан, там, не знаю, Татарстан, Дагестан, кстати говоря, Дагестан наш тоже поздравляем всех. Все были прямо в восторге были, альхамдулилля. Так что, товарищи, вперед и с музыкой. Еще у нас есть Батыргазиев, вот, он тоже. А, Альберт Батыргазиев, а Батырмузаев Юсуп еще будет. Инша Аллах, мы два золота возьмем. Два ногая, два золота, иншаллах. Аллаху Акбар, вперед!